Всем привет, друзья, канал Масалим. В работе у нас Mitsubishi Outlander. Автомобиль приехал к нам сделать жидкие подкрылки. Показываем готовую, уже обработанную заднюю арку. Максимально мы обработаем поверхность арки. Наносим его с пульверизатора. Толщина достигает 4 мм. Также он служит защитой металла от коррозии и ржавчины. Ждем некоторое время, чтобы все подсохло, чтобы установить на место подкрылок, поставить колесо. Но пока ждем, пообщались с автовладельцем, предложили ему проклеить штатный подкрылок таким вот усиленным шумовибропоглотителем. Это мембранная шумоизоляция, толщина ее 7 мм. Владелец согласился, пока работаем с подкрылками. Я вкратце покажу, как работает данный полимер на примере наших колокольчиков. Видите, справа от меня голый. Так звенит. Слева обработан. То есть сами можете услышать разницу до обработки. И после обработки. Ставьте свои комментарии. Подписывайтесь на канал. Всем пока.